вот автор это самое, оформлял эту книжку. И вторую, вот довольно недавно, несколько лет назад, оформил Библию, книжку Исфи. То есть, ну, как книжку? Книжка Исфи. Да, книга из книга, Библии. Из, книга Библии. Исфи. Вот, и это мне вот мои знания, понимание, моя любовь, мое еврейство, там как бы раскрылись более, что мне это трогало. Каждый момент Библии, каждое это меня трогало и как бы меня поднимало, вдохновляло. Мне было легче работать, чем кому-нибудь, может быть, другому. Ну, тогда теперь же двинемся к монументальному искусству. Ну, монументальное как-то...